Всем привет! Решил заехать в Lidl посмотреть, что есть из новеньких продуктов, и думаю снять видео. Уже конец рабочего дня, как вы видите, погода не по фэншую, такая хмурная и слякоть. Ну, все-таки зима в Европе, именно в Португалии. Вот уже видно Lidl, и сейчас мы зайдем, то есть заедем и посмотрим. Так, сейчас парканемся и зайдем в магазин. Вот сюда, наверное. Так, приехали. Идем. Так, идем в магазин. Сейчас зайдем по-быстрому. Посмотрим, что есть такого интересного в германском магазине Lidl. Я, наверное, возьму свежих хлебушек. Вот, есть какие-то рекламы. Свежих хлебушек возьму. Так, возле хлебушка сегодня народу много. Сегодня воскресенье. Так, хлебушек я, наверное, пройду. И пойдем сразу к стеллажам, чтобы посмотреть, что там из интересного. Почему заехал, скажу сразу. Должны были сюда приехать резиновые сапоги с утеплением Made in Italia за 16 евро. И я решил заехать, посмотреть чехол на мотоцикл. Чехол на мотоцикл 9,99. Так, масло. Масло моторное литр 5W30, 6,99. Какая-то точилка. Точилка 40 евро. Такая какая-то точилка. Шлифовалка. Так, ну это ремни Свинтаж 9,99. Домкрат огромный. А сколько он тонн? Домкрат. А, на 3 тонны. 13,99. Так, какие-то смазки. Смазки для свечей, даже есть для контакта. Пашта де кобры. Кобры. Вот есть насос такой, что отсасывает автомобильное масло. Если нет слива, отсасывает масло. В автомобиле моторы отсасывали масло 20 евро. Зарядка есть. Тяжелый капец. Зарядка для заряжать аккумуляторы. 6-12 вольт автомобиль, мотоцикл. Зарядка стоит 50 евро. Да, едем дальше. Так, чехлы автомобильные 18 евро. Вот такие на разные марки. Так, здесь уже Jingle Bells, к Новому году все.
цены такие, без скидок. Так, едем дальше. Что здесь? Чашки. Чашки. Ужас, кто-то уже разбил чашку. Смотрели так, в ажиотаже разбили, наверное. Так, это у нас соковыжималка. Соковыжималка по скидам стоила 40, а сейчас 35. Так, кофе, а это вроде, да, на кофе. Да, чай, кофе. Сколько она стоит? Макина 20 евро. Так, швейцарская кастрюля. Покрыта каким-то специальным покрытием. Стоит 21,99 панела. Опять кастрюльки. Опять для капучино, для кофе. Такая огромная чашка. Она стоит 9,99. Ну, тут ничего такого нету. Для специй, дождь, доски для разделывания. Ну, это какие-то крючки для разного. Вот доска для разделывания. Типа такой пищевой пластик. Семерки, штрих-код. Сколько доски? Та было 4,49. Так, ну это для детей игрушки. Одежка. Носки. Детские носки. Меяш. 3,99. Сколько здесь пар? 5 вроде, да? Наверное, катон должен быть. Стопудово. 16. Здесь много, мало света и не ловит хорошо фокус. Так, Меяш. Алгодаун, да, 87% алгодаун и 12% полиамида, полиэстер. Ну, нормальные носки детские. Так, одежка дальше, одежка. Ну, я так пробежусь по одежке, потому что у меня уже было одно видео, чисто продукты. По одежке, по всяким приборам. Вот дрель на аккумуляторе с подсветкой. Такая тяжелая собака. Вроде, да, на 20 вольт. Да, 20 вольт. Стоит 60 евро. Так, что здесь у нас в таком сундуке? В таком сундуке. А, это же дрель, да? Да, это дрель. Вот такие насадки. Сверлить дыры. Насадки сверлить дыры большие. Стоит 15 евро. Еще другая дрель уже от кабеля электрической. Германской марки. Портсиды. Тяжелая. Что здесь? Характеристики. 500 ватт. Да, 500 ватт. Стоит 20 евро. 19,99. Ну, здесь какое-то такое для дрели. Приспособление. Присобачивать дрели, так сверлить. Сверло по скидосам стоило 16, сейчас 9,98. Такие сверла. Еще какая-то смазка идет в комплекте. Вот лазерная наводка для сверла. Да, выставлять правильные углы стоит 17 евро. Так, что здесь? Ну, нарезать резьбу. Для нарезания резьбы.
стоит 13 евро. Так, что еще? Какая-то шлифовалка такая непонятная, узкая, с разными насадками. Электрическая от кабеля. Стоит 39,99. Это уже огромная барбадора, тяжелейшая барбадора. Это болгарка. Болгарка, да. Вот такая огромная. Стоит, сейчас по скидосам стоило 80, сейчас 69. Так, ну, а вот есть эти рыбыкаши, заклепки делать, приспособление для заклепок, пистолет, и в комплекте вроде еще есть эти на заклепки, сами заклепки, четверки Германия, Бошум. 6 евро это этот пистолет с заклепками стоит. Так, маленькие отверточки разные, еще какая-то, а это четырехгранники вроде, нет, шестигранники, для шестигранников такой маленький ключ, трещотка. 3 евро стоит это все дело. Так, разные ключи. Вот такие с регулятором. PowerFix. У меня есть ключи этой фирмы. Вообще улетные ключи. Chrome Vanadium. Улетный. Хороший, хорошая сталь. Ну, это типа таких клещей. Что еще здесь есть? А, еще какая-то такая для кабелей. А, вот еще такие есть мелкие. Стоит это дело 2,49. Куча наждачки, и есть таких три блока для наждачки и один блок пластиковый, чтобы насадки сюда присобачивать, и скрепление. 7 евро стоит. Так, что там дальше у нас интересного? Да, есть чистка канализации, вот такая пружина огромная, 5 метров. Да, чистка канализации стоит 6 евро. Фонари, фонари, батарейки, всякие батарейки мелкие и большие. 2 евро батарейки. Зарядка для батареек. Для разных типов. Для разных типов стоит 17 евро. Вот нас, наша речь слышна. Люди возле меня прошли. Украинцы. Так, батарейки разные, пальчик, триашки, большие, толстые, это многозаряжаемые, 400 ампер, большие, толстые, хромвана, хим, а, хим. Батарейки стоят по пиля Шрекаргавиш 3,29, да, 3,29 батарейки стоит, а зарядные на батарейке, так и не озвучил цену, 17 евро. Есть крона тоже заряжаемая, есть крона заряжаемая, такие толстые, есть пальчики триашки, и должны пальчики в двяшке быть, вот, да, пальчики двяшки. Вот это все стоит по 3,29. Вот такие, да, я взял такие нормальные. Так, какие-то теплые свитера, ботинки офигенные, тоже какие-то такие чуть не военные, улетные. Так, ботинки стоят 20 евро, свитера 17. Свитера такие с утеплением, что на две стороны, что ли? А, да, вот замок на две стороны. Двухсторонний свитер можно так и так носить. Или клетка, или такой, типа, как спортивный. Так, что у нас здесь интересного? Пылесос на 1020 ватт. Такой уже профессиональный. Стоит 40 евро. Так, нитки, швейная машинка. Швейная машинка. Так, швейная машинка
германский Silver Crest. Вот разные швы. Вроде 33 разных типа есть. Вот такая она. И стоит. Стоит швейная машинка, а вот да, макина де куштура, швейная машинка, 89,99. Такая большущая и тяжеленная. Да, тяжелая. Большая машинка, вот с ладонью сравните, вот такая она. Коробка огромная. Так, что, обогреватель на 1200 ватт. Нету ничего такого больше интересного, едем дальше. Здесь много людей, сегодня воскресенье. В воскресенье много людей. Так, а что здесь такое? Да, 32 евро вот такая большая. Большая. Одеяло большое накрывает, такое тяжелющее. Да, 260 на 220. 33 евро. Наверное, алгодаун, я думаю, наверное, хлопок. Потому что дорогая такая цена. Так, что я тут пропустил? Тут люди были. Фонарь с этим, с лупой. Фонарь лупа. Вот лупа вверху, 5 евро. Какие-то полотенца. Полотенца по 9 евро. Такие толстущие, огромные. Так. Баланса. Для веса. 10 евро. Фены. Фен 9,99. С батареей электрическая машинка с разными насадками. Разные насадки. На аккумуляторе. Можно мыть. 30 евро, что-то дороговато. Так, едем дальше. Дальше что я там видел? Что-то интересное вроде. Едем, носки. Носки. Это такие носки типа лапти. Такие. Стоят 4 евро. Носки 3,49. Сколько здесь? Две пары вроде, да, мужские две пары. Так, еще такого ничего интересного нету. Одежка. Какие-то свитера большие. М-ка. Опять что-то такое интересное. Ну вот, стоит 9,99. Ну, здесь качество хорошее. Если взять, наверное, сейчас будет нормальный. А там внутри есть. Ну, короче, они с хлопка все. Большинство хлопок, потом вискоза чуть-чуть. Ну, качество хорошее, отличное. Так что едем дальше, ничего такого интересного. Вот эти собаки, что я говорил. Вот они. Made in Italy, 15,99. Вот такие с утеплением. Такая хорошая резина. Мягкая, толстенная. И как я говорил, Made in Italy. Итальянские, потому что пришло эта реклама мне на телефон. И вот такие меховые внутри, блин, толстенные. Вот такая вот Италия. Резиновые сапоги на меху. Типа бербери, если покрасить в клетку. Такие женский, элегантный, и стоят они 16 евро. Да, бе, прикольно. Ну, вообще какие-то такие есть. Эти уже подешевле. Это уже вроде не, а нет, Италия тоже. Италия тоже мех. Но резина уже такая помягче. Не такая толстая, как там. И стоит 11,99. Да. Сапоги улетные. Надо будет потом позвонить. Какие-то лосины.
это спорта. Лосины 9,99. Всякие кроссы какие-то, кроссовки. Это такие типа летние для бега. Теннис. 15 евро. Такие типа Nike. Здесь мало света, на телефоне камера ловит плохо фокус. Так, одежка, одежка. Вот здесь что-то вроде по скидосам. Да, переоцененка. Эти упаковки, которые люди где-то разрывают или что, и делают, видите, скидки 20%. Такой типа провайта, типа воспользуйтесь, типа скидосы. Где упаковка какая-то разорвана, они делают скидки. Вот опять 20%. Ну, вот тоже 20%. Зеркало. Вот вроде нормальная упаковка на зеркале. Ну, сделали скидос. 8 евро, 6,39 сейчас. Зеркало для женщин красится. Такое увлечительное. Да. Так, а здесь вроде я смотрю весь такой стенд с скидосами. Вот стоил 6, а сейчас 4,98. Какие-то майки мужские. Это что? А, это что-то для шить. Вот лекалов, фасоны какие-то шить, учиться. Вот для спорта. Приспособление. Стоило 25, а сейчас 22. Ну, скидос маленький. Опять какие-то ботинки толстенные. Сколько ботинки стоят? А, ботыш вот. 16 евро стоили 20. Ботыш 20% скидос. Ботыш паровом, а не ботыш для этого, для мужчины. Омань мужчина. Да. Это какие-то майки. Так. Вот скидос. Для телефона держатель. На 360 градусов поворачивается. Германский. Какая цена? Что цены не найду на него. Что, я, наверное, за хлебушком и буду уже закругляться. Если вас еще интересуют какие-то видео, какие цены, подпишитесь в комментариях. Или отпишитесь, кто в Европе тоже ходит в магазин Aldi, какие у вас цены, или большие, или маленькие, сравнить с португальским Лидлом. В конце видео спасибо за просмотр и до следующей встречи. Пока-пока.